Буквально через пару месяцев эта площадка превратится в настоящий спортивный центр Нефтекамска. Здесь разместятся 14 совершенно новых тренажеров, на которых можно будет заниматься в любое время суток. Сегодня подобные тренажерные комплексы установлены всего в 8 городах России. В рамках программы по линии ГТО и военно-спортивного фонда «Башкортостан». В ближайшее время такой инвентарь планируют разместить еще в 8 городах нашей республики. Оборудование для Нефтекамска уже передано на склад в четверг. По данным площадкам, наверное, в чем их уникальность? В первую очередь, это площадки для занятий физической культурой и спортом, для того, чтобы и стар, и млад, и любая социальная группа имели возможность бесплатно куда-то прийти и готовиться к выполнению нормативов ГТО. То есть не нужен будет фитнес-клуб, а можно будет прийти просто свободное, в удобное для себя время, заниматься на данных тренажерах. Важно, что тренажеры будут снабжены дисками, которые можно будет менять в соответствии с индивидуальной нагрузкой и весом до 160 кг. На каждом снаряде будет инструкция по применению, а также специальный код, по которому на YouTube любой сможет найти видеоподсказку. Установка планируется на январь-февраль месяц ориентировочно. Все зависит уже от подготовки бетонного основания, как городской округ непосредственно подготовит нам основание для установки данных тренажеров. Уже, соответственно, будет облагораживание данного места. Деревья не пострадают, то есть все будет устанавливаться совместно с, скажем так, озеленением естественным, которое там уже находится. Комплекс тренажеров стоит порядка 3,5 миллиона рублей. Потребуется и охрана площадки. Вопрос сейчас рассматривается. По словам организаторов, главное, что на этих тренажерах можно будет заниматься не только летом, но и зимой. Ведь оборудование будет иметь свою крышу и освещение. Установка данного комплекса, я думаю, позволит тем людям, тем гражданам, которые не всегда имеют финансовую возможность пойти в фитнес-клуб, тренажерный зал, на современном оборудовании, которое позволяет тренировать все группы мышц, спокойно прийти на аллею по улице Ленина и воплотить свои желания, возможности на данных тренажерах. Это, безусловно, очень хороший подарок нашему городу. Но я думаю, данные тренажеры, они будут живыми, они будут жить, на них будут постоянно находиться люди. Здесь также планируется проведение мастер-классов от именитых спортсменов города. Хочется верить, что площадка с тренажерами оправдает надежды горожан и прослужит долгие годы. Айгуль Зарипова, Роберт Сабиров, Рузель Тазетдинов, городской телеканал ЮТВ.